На сумму больше миллиарда долларов подписали кредитное соглашение правительства Украины и Всемирный банк. Подписание состоялось в Киеве. Первая ссуда, с которой составляет 700 миллионов долларов, будет направлена на политику развития и проведение необходимых реформ. Кроме того, в рамках проекта повышения энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украина получит 382 миллиона долларов. Проект будет реализован в 10 городах Украины. Также Украина получит 350 миллионов на развитие городской инфраструктуры. В частности, 10 коммунальных водоснабжающих предприятий получат средства на утилизацию твердых отходов. Это новое финансирование будет усиливаться предоставлением технической помощи и проведением диалога с властями с целью ускорить проведение важных структурных и макроэкономических реформ.